песня «Повороты реки», но мы вместе стали ее петь. Проект «Люди цвета моря». Вот. В какой-то из вечеров. И там, кстати, тамбурин подходит. Тихо, ты вообще растешь на глазах, уже горы передвигаешь. Все могу в укрепляющий меня. Так, поехали. Да, можно этим тамбурином. Кто хочет быть? Ой, сейчас. Может, кто-то хочет помочь? Вот, мы сидели в какой-то из вечеров. Был пирог, не сахар и чай, не плов. В этой кухне, где двое из всех миров, для чего-то остались в этом. Почему меня больше нет там, где был источник, остался свет? Почему в моих песнях любой куплет не обременен сюжетом? Что хоть как меня ты не оккультуй, все равно мне не стать поэтом. И такая читалась во всем тоска, что ты как сидел, так ушел в носках. А я в тот момент так была близка к тому, чтоб стать снова светом. Немного получается по-другому. Это песня Кати, да? Да, это «Ворот реки» на Екатерина Халюта, Максим Халюта. Хочется такую песню сыграть почему-то. Живи каждый день, как последний, однажды он станет последним. И в возрасте Курта Кобейна ты вспомнишь начало апреля. Никто не останется чистым, как небо листок на контрольной. Ты помнишь опавшие листья, ты знаешь, что падать не больно. Thank you.
очнешься в начале апреля.